Диетрия. В род Диетрии входят 12 представителей этого вида бабочек. Узнать это милейшее существо можно по узору в виде цифр 88, а иногда 89 на внутренней нижней части крыльев. Эти цифры причудливо складываются в узор из черных и белых полос. Поэтому эту тропическую бабочку часто называют бабочка 88. Верхнее внутреннее крыло обычно состоит из красного, черного и белого цветов. Внешняя сторона темная, бархатистая, с зеленоватым оттенком, желтыми, синими, светло-зелеными или белыми полосами. Размах их крыльев составляет 30-40 мм. Впрочем, окраска и рисунок у различных видов диетрии могут немного различаться. Свои яйца диетрия часто откладывает на нижней части растения трема. Яйца диетрии мелкие, рельефные и белые. Гусеницы диетрии зеленые с парой длинных ветвистых шипов на голове. С задней части гусеницы есть два коротких шипа. Гусеница обычно покоится на верхней части листа и начинает сильно дергать верхней частью туловища, пытаясь отпугнуть врагов своими рогами. Личинка гусеницы питается растением, на которое самка отложила яйца. Распространена эта красавица диетрия в Южной и Центральной Америке. Панама, Перу, Бразилия, Боливия. Вот где можно встретить это чудо природы. Живет диетрия в дождливых тропических облачных лесах на высоте от 200 до 1700 метров над уровнем моря. Бабочка часто залетает в жилища местных общин и считается признаком удачи. Самцы и самки часто питаются гниющими фруктами. Также диетрию часто привлекает пропитанный мочой песок, богатые минералами участки влажной почвы. Их также часто можно увидеть в местах стирки белья, в местах с остатками золы от сгоревших костров, на сырой глине, где они сидят в малых и больших группах, впитывая минералы из влажной почвы. Незадолго до захода солнца самцы и самки часто греются с расправленными крыльями на листьях кустов и деревьев, а на ночь укрываются под листом, защищаясь от дождя.